Что тут будет Сейчас сейчас? повылазит. Блин, на них лучше не светить. На тех, которые не защищены. Точнее, которые не боятся света. Потому что когда на них светишь, они наоборот распадаются. Time to make some serious changes. Вентиль был в нужном положении, нефть вытекала, аккумулятор был подсоединен, огни мерцали. В музыкальном центре играл компакт-диск. То есть нам нужно сделать вот все, что тут написано? Ну, видимо. А вот справа там что-то сверкало еще, если по дороге идти туда. А, ну вот, да. Патроны всякие. Вентиль. Угу. Ставь. Это не рано запустил, то надо было сначала все, наверное, нефть сделать. Вытекала. Аккумулятор был подсоединен, да. Огни мерцали. Я делаю по порядку. Ага. Аккумулятор теперь. А где он вставляется? Где-то вот здесь. Угу. Угу. Сверится, предлагают. Не, это там постоянно она горит. Ну что-то получилось. Ага, это вот то, что мы читали как раз. Угу. Он должен был обгореть. Обгореть, ладно. Ну, допустим, если он очень большой, то... Как бы... Тут вообще, по идее, все должно было бы снести. Нафиг ударной волной. Это ударная волна, короче. Бежим. А! Капец. Поговорить с Эммой. Это, конечно, прикольно, но зачем мы это сделали? Я тогда не очень уловил что-то. Все должно соответствовать чему-то. Тому, что написано. Да. Нет, ну а опять же, что написано? То, что написал он. То есть он должен воссоздать то, что он написал. Но он не помнит то, что он написал, поэтому он ищет странички. Вот так получается. А вдруг странички это злая сущность подкладывает? Злая сущность. Там что-то все плохо. Ну да. Хотя не буду пока брать. Ай. Жалко, здоровье не восполняет. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. He... There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. I... No, I wasn't there. But it got way out of hand.
Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Mm-hmm. Oh, stop. Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Мне интересно, почему еще ни разу не упомянули его жену. Вообще. Ни слова. Ну да. Я думал, нам сюда. Попробуй обойди вот это здание. Да нет. Нет. А как давно эти события были, вот то, что она рассказывала? Интересно. A poltergeist. Может, я прослушала? Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Сейчас в тебя полетит. Shit! Какие события? Может, я прослушал? Какие конкретно события? Про вот то, что в отеле было там. Когда она с ним виделась? С этим, с Крычем? Или как он там, с Крычет? С двойником. Ага. Наверное, недавно все-таки. Ну просто, по-моему, сроки не сообщались, да? Нет, не говорилось. О, знаешь что, надо, наверное, сбегать и сохраниться. А он сейчас этот труп-то как раз не найдет. Задушенный. А, ну. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. Очень может быть. These are keys for the motel rooms. Dead Lakes. На полу там ключи. Ага. А вот здесь что? Satellite and now this? That place might be involved. Обсерватория. Подожди, а где там страничка была? Я ее проглядел просто или что?
Вот, на обратном пути, я думаю, можно будет посмотреть. Ага, фигушки. А, вон она. Я ее проглядел просто. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Не хочу иметь дело с пауками какими-то непонятными темными. Думаю, можно небольшой кружок тут дать. Ну так, вдруг какие странички еще поблизости. Тоже, наверное, не рабочая. Почему не дают покататься-то? Ну, рано, видимо, еще. Да я думаю, не дадут. Ну, разве что мы куда-нибудь потом отсюда свалим. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. О, нет. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control. As much as by her own actions. Ай. Надо запомнить, лысые у нас только такие, похоже. Нет, там еще есть лысые какие-то. Да. Угу. Понятно. Будет каким-нибудь боссом, да, наверное? Скорее всего. Ну, мини-боссики они тут. Угу. Регулярно таких вот именных NPC назначают. Damn. Ну вот он. По-моему, это не он. Майкл Фараби. Dead. Tortured. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ну вот, мы сразу все нашли необходимое. The observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on. To see the stars. Так, в смысле, сейчас куда-то перегрузит нас? Я там страничку не взял, я даже знаю где. Вот. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come. To find a weapon. Ну вот, не взял. Ну, блин, печально. Надо сначала вообще вот все собирать, кроме вообще вещей незнакомых. Странички там осматривать, все это, патроны. Ну надо, потому что я знал-то, что он тут сразу так возьмет, куда-то перебросит.
Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Какие они горлостые? Угу. Может, там это Лаки Минимена превентивно на пару часиков, на троечку. Процесса. Пожарники, что ли? Угу. О, ящик, интересно, дадут открыть? 15? У тебя нет 15. А сколько у меня? А. Здесь новая территория. Классно. 0 из 16. Так, подожди. Ох, нифига себе, на предыдущей территории можно еще найти. Это как так? Там делать-то толком нечего. Страничка. I've seen the enemy, and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scourge. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer. My dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Это они зашипливают вот этого скретча, я так понимаю. Угу. Теперь вопрос. Я могу здесь подняться? Thank you.
Он сидел, ждал тебя прям. Откуда он там? Где он там? Висел вот на краю. Висел. Страницы, конечно, вообще легко пропустить. Да нет. Наоборот, как раз. Не то чтобы легко, потому что они на мини-карте отображаются постоянно. Их видно... Ты видел, сколько там не собрано? Я подозреваю, что там очень сильно рассчитано на повторное прохождение, судя по тому, что там писали в чате. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Это была десятая. Еще пять страничек. Сундук открою. Ага, еще один. 40 страниц. Жесть. Ну, я, наверное, сохранюсь. И соберу страничку. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous. But at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Угу, то есть животные не будут защищены светом. Ой, тьмой наоборот. Hello. I'm Dr. Rachel Meadows and wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Это был не я. Wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Угу. Есть смысл здесь немножко осмотреться? В любом случае есть смысл. Ну, как бы, а вдруг мы потом опять тут будем бегать? Все может быть. И поэтому лишний раз бродить тоже как-то не хочется. Ну, потом не будешь осматриваться зато. Так-то. Ну, о, флешки. Ну, как бы да, конечно. Здесь территория маленькая, наверное, можно осмотреться. Тут, собственно, а где тут еще можно походить? Это вот как раз бензоколонка, да, там была. Mm-hmm. Отсюда полезно. Мы приехали. А что там за строение? Thank you.
просто здание какое-то. Ну и там я, в принципе, был, наверное, все тогда. Подожди. Страничка. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. А как я не заметил эту страничку? Учитывая, что я сюда заходил. Вопрос. Может, они их как-то подкладывают постепенно? Не уверена. Крестиком что обозначается? Это там, где полечиться можно. Угу. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Отдайте еще парочку страничек. Я там ящичек открою. Всего 5 с собой могу взять. Круто. Да, неожиданно. А зачем ограничения такие? Не знаю. Ну ладно. Ну пойдем внутрь. Учитывая, что раньше можно было 20 с собой таскать. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Приклинил немножко. Так, а мне засчитали, что я вошел? Наверное, засчитали. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could...
These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Бесится, сидит. Сейчас пойдет там куролесить. Как он там говорил, я люблю тишину. Ну ладно, я пошел, потом договорим, да? Сейчас крики, наверное, такие. Да, по-любому. Говорят, она за нами должна была закрыть дверь. Ну, не знаю. Не смогла. Будем надеяться, не сломалась. Тоже 5? А, нет. А, 5, наверное, тоже. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Угу. Вроде ничего. Угу. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now, something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he, but he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Нормально, так вот легко. Tell me more about this. Расплюнуть. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party. For a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No.
He didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Ладно, пойдем доставать ей матрицу. Как-то здесь пока... Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Как бы это сказать, как-то суховато, что ли? У меня пока складывается ощущение очень рваности, что ли, повествования. Как будто куски сложили вместе, и вот надёрганы отовсюду. Да, наверное. То есть я пока еще атмосферой совсем не прониклась. Я даже игру пока не чувствую. То есть я как бы играю, делаю, нахожу, но пока оно как-то никак. Ну, посмотрим. То есть где-то здесь? Паутина. А, кстати, да. Молодец, заметила. Класс. Ну, хоть умирают быстро. Какие-то ненормальные пауки. Зачем ну они под землей сидят? Чего им там не сидится, да? Да и пауки вообще такие, знаешь, по коленку тебе. Не, я как бы, увидев пауков, я ожидал, что они будут как-то со всех сторон выползать, а они вот из-под земли, конечно. Ну, то есть тебя не смущает, когда тени из земли вылазят, да? А тени тоже из земли вылазили? По-всякому. Я видел, они из люков вылазили, но отовсюду. Не с земли. Да. Угу. Ну ладно. Бывает, прям вот на месте формируются. Да. Угу.